Международная ассоциация садовых производителей рассматривает возможность проведения международной выставки садоводства в Казахстане. Об этом сегодня в ходе встречи с главой нацкомпании «Астана-экспо-2017» Ахметжаном Есимовым рассказал генсекретарь организации Тимоти Брайклифф. Гость выразил свое восхищение организацией и масштабом проведения международной выставки и отметил, что предстоящее мероприятие может пройти в Шымкенте. Сегодня на форуме Южно-Казахстанской области я поделился идеей проведения международной выставки садоводства в Казахстане. Этот ивент станет площадкой для обмена информацией и передовой практикой в этом секторе. Города, где ранее проводились такие выставки, приобретают статус зеленого города и становятся катализаторами для развития садоводства в регионе.